Всем снова привет. В прошлых сериях вы видели то, что я разобрал кузов, разобрал салон, отпескоструил проблемные места. В этой серии мы будем заниматься непосредственно вот этими вот местами, устранением вот таких вот хреновых мест, где у нас оказались дырки, просветы после пескоструя. Пескоструй нам, так скажем, показал самые слабые места. Также, естественно, под аркой у нас есть, под правой аркой у нас вот проблема. Вот проблема, но это я сейчас только что отсюда показывал. Здесь вот часть, про которую также с той стороны, вот так вот это можно наблюдать. Сверху у нас вот это решето. И вот здесь вот получается вот часть и в ногах у пассажира. Также, естественно, будет полностью заменен порог, потому что он у нас вот так вот плачевно выглядит, сгнил полностью. Будет заварена вот эта часть. В ногах у пассажира. Также арку заменим. Арка у нас тут прям вообще в плачевном состоянии. С багажником у нас тут вот такая вот дырка, но это та же арка, только внутренняя. С этой частью вроде полегче, сквозных нету, но есть вот такая вот проблема, поэтому ее тоже будем варить. Здесь у нас без нареканий. А вот тут вот есть проблемка. Небольшую латку поставить. По правой части также замена полностью арки, потому что она вот такая вот, и порога. В принципе, по сварке не так уж и много, но повозиться с машиной придется, поэтому приступаем.
А что это вы здесь делаете? А? Итак, теперь в чем прелесть данных порогов, которые у нас гнут типа самопал? Качество, да, хорошее, металл 1.2, придраться не к чему, но порог, да, становится, как бы все вот в узорах. Двери все у нас прекрасно закрываются. Во-первых, у Skyline с завода порог здесь идет на расширение на заднюю арку. Арку, если приложить вот эту часть, здесь я уже ее мерил, нужно вот так вот разрезать и загибать, чтобы сделать вот эту вот прямую часть полукруглой. Но больше интересует на данный момент перед, потому что здесь у нас даже по двери, если вот так вот посмотреть, видите, что крыло идет на расширение, то есть идет как бы вот так вот. Здесь порог идет зазором вровень. Все ништяк. И вот отсюда вот он начинает заваливаться вовнутрь. То есть его нужно наружу. Потому что у нас здесь образуется вот такая вот щель. Вот. Но это уже завтра. Потому что сейчас я это все внутри обработал. И оно ужасно воняет. Оставляем это сохнуть вот так вот до завтра. И продолжим дальше работу.